Ну что ж, вот мы принесли наших малышей к маме приемной. Немецкая овчарка по кличке Сандра, она довольно-таки уже возрастная собака, но приняла малышей. Очень удивительно, что эта собака очень не любит кошек, но решила все-таки в свое семейство впустить маленьких африканских львов. А у нее у самой есть один щеночек, он на порядок поменьше, чем львята, но молока у собаки на всех хватит, так как обычно она выкармливает по 8 щенков. Хорошая. Вот, поэтому данная собака, конечно, очень помогла нам и малышам поможет выжить, потому что мама Сирона, конечно, вообще к ним не подходила. Мальчик уже присосался, уже кушает. Покажи прям поближе его, а? Уже, как мы видим, он прям присосался и тихонечко кушает, потому что знает то, что такой аттракцион невиданной щедрости бывает довольно-таки нечасто, так как мать у него очень хорошая. Девочка присосалась. Она уже давно такого не помнит. Чтобы можно было хорошо покушать. Да. Ну, не сосу сейчас ее.